дело. Вот и мы с нашей тигрицей Шани желаем вам хорошего... Пшеница он раз или рожь? Нет, пшеница. Что, пишем? Раньше здесь был кабинет реабилитации. И... Более свободно передвигаться... Родители могут... Я плююсь. Дрезден... Пфу. Два сборника... Пфу. Свою версию персонально... Пфу. Обо всем подробнее, обо всем... Пфу. Пфу. Чуть портил. Исторический центр Бирска – это настоящее собрание памятников архитектуры, музей под открытым небом, уникальное здание постройки 18-го... Невооруженным глазом... Блин, сейчас... у меня грязь попала в туфлю. Это педикюр деревенский, но педикюр. Вообще, смотри, капец. Такие гламурненькие ножки, шагают по дорожке. С начала купального сезона на водоемах республики уже утонуло 28 человек. Трое из них – это маленькие дети. Как говорят спасатели, основная причина, по которой… И пока в схватке коммунальщиков со снегом непогода берет верх. Эльвира Юшанова, Марат Кашапов, Вести, Башкортостан. Что вы там делаете, а? Ну, хорошая. Покупали кирпичи, трубы и нанимали... Блин. Свой счет покупали кирпичи, трубы и нанимали тяжелые... Блин. О, господи. Погребов в свое время было выдано работникам местного совхоза, который... Ну что такое, а? Подобная же модернизация отечественных НПЗ в ближайшие годы должна стать... Пошел в жопу! Без лыж, даже в валенках делать здесь нечего. Собакам тяжело. Блин, я вот так вот сейчас... Светофор здесь, конечно, есть, только вот звуковой сигнал на нем отсутствует. Я опять ошиблась, сбилась, черт возьми, и тень вообще ушла, капец. Такой поток сознания.